Вот, сходила кипяточку набрала, чай пьем. Заряжаем эти все гаджеты, здесь сидим, заряжаем. В общем, все нормально. Сейчас чаю попьем с вафельками. Я пойду смотреть, что там, где у нас регистрация. Так. Вот Челябинск. Угу. Где он? 25. Вот. Где, как показать-то? А, вот. Челябинск. И вот К. Пока даже места нету. Пошла посмотрю, где это К. Наконец-то появилась. Хожу целый вечер сегодня, смотрю, где у нас будет регистрация, и нету. Онлайн-регистрации у нас нет. Сидим с мамой. Чай попили. Сейчас я ее провожу, потом еще немножко по аэропорту похожу. Так, вон К. Сейчас, наверное, поищу где-нибудь. Не видно, пока не видно, но по крайней мере хоть платформа это, что буковка К, значит где-то будет вот отсюда, или здесь, или здесь. Шымкент. Шымкент. Нет, пока еще. Самара. Вот Red Wings Самара. Ага, на Самару вот уже есть. Наверное, где-нибудь здесь, наверное, будет и Челябинск, я думаю. Че? Раз уже. Нормальная, хорошая. Сидим, ждем. Очередь на регистрацию. Ну, вот нашла стойку, не знаю точно, еще долго. За 2 часа только сказали, будет регистрация. Но бабушка пошла сесть, а я вот караулю, чтобы она пораньше прошла, чтобы она успела. А то если после толпы там вдруг бежать придется. Ну, думаю, что найдется. Тут есть еще не такие свежие люди, с которыми, может быть, она прицепится, надеюсь. Вот она пошла там сесть, а я тут стою, караулю. Вот. Ну все, отправила. Там дядечке одному и сказала, чтобы он помог. Не знаю, как получится. Я что-то уже устала. Отправила. Все, отправила маму. А сама вот села. Вот здесь у шестой. Вот шестая стойка. И вот здесь мне нравится сидеть, здесь вот туалеты рядом. И вот здесь вот есть автомат с горячей водой и с холодной водичкой. Вот, и здесь сидеть хорошо можно. Вот тут вот такие красивые двери. Вот сумка у меня поставила, в общем. Вроде бы мама паспортная прошла, там с женщинами с какими-то уже. Немножко уже познакомилась, стоят, ждут, когда объявят посадку. Не посадку, а даже выход еще не назначен, с какого, где будет посадка. Поэтому они стоят и смотрят, сейчас должны высветиться уже цифры, они пойдут уже туда на выход. Ну, что-то как-то совсем уже тяжело стало. Мы толком не спали сегодня, и вот получается. Рано проснулись, 4 часа, но я в 3 даже проснулась. Часа, наверное, 3 поспала. Но и она тоже, соответственно, уставшая, и я вообще переживаю очень сильно. Она прям говорит, что глаза уже прям закрываются у нее. Надеюсь, сейчас через 2 часа уже самолет, и сядет и поспит хотя бы. Вот, а мне, получается, надо будет ждать автобуса утреннего. Но я-то сейчас вот, у меня есть куда голову приложить. Что я сейчас буду спать, а утром на 8-часовом поеду на Бургас. Даже что-то сил нет говорить, если честно. А так нормально, вот чай можно попить. И... может, еще погуляю, похожу. Фу, все.
Где-то сколько? Около 3 часов народы. Почти никого нет. Красота. Вообще. Я немножко вздремнула. Сейчас пойду посмотрю расписание на автобус. Хочу посмотреть на автобус расписание. Сейчас. Так. Так, ну-ка транспорт посмотрим. Вот. Выбрала транспорт и надо найти нам. Ой, я же хотела на метро, но я что-то не хочу на метро. И где же это у нас автобус? Ага, вот Хаваист. Стамбул. Вот на Атагар. Вот 5:50. 6:50 и 7:50. Можно на 6:50 поехать. 7:08 я буду. Ну, наверное, на 5:50 поеду. Вот. Вот такая. Вот Хваист 5. И он сразу открылся. И расписание. Так что вот 5:50, 6 часов, в общем. Поеду и там. На 8 часов поеду. Уже там такая вот стойка меню. Подойти. И я дальше пойду. Хотела еще себе интернет подключить. Сейчас, может быть, интернет подключу. Потому что у меня на моем один от МТС. А я хочу здесь на другом телефоне. Так что такая красота. Да, что-то как-то тяжеловато, но деваться некуда. Все красиво. Штучка. Так, вот такая стоечка метро. Ой, Wi-Fi. Так, нарисована. Карточку раз. Карточкой нужно. Сейчас попробую карточкой. Можно паспортом сделать. Можно карточкой. Так, вот паспорт. Карта есть. Так. Так, вот карта. Так. 1 час. Можно купить. А можно это 1 час. Номер вот дает. И напечатать можно. Вот талончик с кодом. Это дали мне по моей карте ВНЖ. И попробую еще сделать такой же себе код. Еще по паспорту. Так тоже можно. Еще и по паспорту сейчас попробуем. Ну-ка. Так, провожу. Опять. Еще 1 час возьму без свободный. Вот номер. Можно сфотографировать. Можно напечатать. Еще у меня есть 1 код. Сейчас попробую подключить. Кстати, вот здесь есть русский язык. Вот. Пожалуйста, сканируйте свой паспорт. Необходимо получить ваши паспортные данные и все. Сканировала и дальше уже его Wi-Fi. Так, ладно. В общем, такая интересная ситуация. Сейчас попробую сделать.
Водички налью, кипяточку. Я не знаю, надо или нет нажимать. В общем, там педалька, на нее нажимаете. Вот такой кипяточек. Все? Вот. А рядом есть для холодной водички краники. Кипяточек, вафелька. Вообще, вполне себе замечательный такой перекус. Там стойка. Вот это вот под чекином. На ней можно какую-то информацию найти, но я смотрю там расписание автобусов. ВАИС-5. Так что вот сюда в оранжевую стоечку с буковкой И можно подойти и посмотреть расписание. Местечко. Вон там вот. У буковки С у тех больших окон с той стороны есть такие большие кресла, на них можно лежать. Пойду схожу, может быть, будет свободное что-нибудь, хотя я вижу, что уже вроде бы нет. Ну, посмотрим, мне еще где-то часик-полтора надо. Можно поспать. Вот экран. Стоечка, где можно оставить оценку аэропорту. Сейчас посмотрим, есть что-то там или нет свободненькое. Это все занято, конечно, может быть, какие-нибудь крайние. Выглядит это все. Вот так все это выглядит. Ничего нет. Тут занято, все занято. И там обычно. Да уж. Там все занято. Кстати, в конце, по-моему, еще есть. Сейчас тоже туда схожу. Хожу. Тоже ничего нет. Буду сидеть обычным, на обычном. Здесь кафе, кстати, есть какое-то. Водичка стоит примерно 1 евро. А, 200. Нет. 273. Это надо на 30 поделить. 10 евро, что ли, это пиво. Угу, ничего себе. Ого. Что-то дорого. 1 евро. 33 лиры. А вот молочко есть, пожалуйста. Что такое? Непонятно. Какие-то баночки детские. Можно булочку купить вот сколько-нибудь. 44. Вот. Сколько вкусняшка. Я что-то тут не была ни разу, не видела. Бюрек или с пастой со шпинатом бюрек есть. Можно вот эту лапшу купить. Вот так вот. Ресторан. Все, пошла я на выход А. На автобусы. Посмотрю, с
скорее всего, поеду до автовокзала. Выход А находится в конце. Если смотреть на вход, то с левой стороны. Если смотреть в сторону зоны регистрации, там вот выхода, то с правой стороны. В общем, пошла я вон туда до конца. Там уже выходы на нижние платформы. И там буду искать свой автобус. АЕ. И они находятся направо. Кстати, все время 5 часов. Уже опять очень много народу. Вот буквально 2 часика где-то примерно было затишье, и теперь снова все уже. Ну, вон, смотрите, все. Немножечко было тихо. Ничего. Я сейчас буду спускаться на минус 2-й этаж. Огромный. Стойки номер 2. Вот здесь можно спуститься. Можно и раньше, но я здесь спущу. Здесь эскалатор вот есть. И здесь пойду я вниз. Минут 6-го, 5:50 у меня есть автобус. А здесь зона прилета. Здесь я вам тоже уже показывала, когда маму встречала, так что можете зайти в предыдущее видео посмотреть. Вот как раз табло прилета, и вот там вот зона прилета. Кафе. И я сейчас поеду еще на минус 2-й этаж. Наверное, поеду на лифте. На улицу выходить не буду, потому что там тоже можно спуститься, в принципе. Сейчас на лифте здесь спущусь. Так, с этой стороны. Вниз. А, вниз. А, тут только наверх. Тут только можно наверх, поэтому я пойду на улицу. Там спущусь. Вот выходите. Если вот прилетели, то вот тут вот выходите. Можно вот вниз. Ух ты, прохладно, однако. Так, а где лифт-то? А здесь есть лифт вообще? Хм. Я не там вышла. Кажется, ну вон лифт есть. Сейчас я на том лифте вниз спущусь. Лифт. Какой надо? Это вверх пойдет, а это вниз. Вот надо. Минус 2-й этаж. Вот здесь останавливаются автобусы. В общем, разные. Минус 2. Вот выход А, и вот стоит хаваист, автобус 6-й, а мне надо 5-й, он останавливается у 5-й платформы. Здесь можно вот билет купить. А есть автобус? Общается. Ой-ой-ой. Так, вот 5-й, видите? Эссенсвет, Эссенлет, Оттогар. Нет, не надо. Вот выход А, и вот 5-й автобус. Вот здесь вот можно купить, вот здесь вот можно купить билет. Это вот эта вот будочка, которая сразу слева от выхода на 5-м, ой, на выходе А, слева сразу есть будка. Там можно купить билет. А автобуса у 5-го, вон там у 5-й стоечки. Сейчас вот
102 лиры, но за эти не продают. По карте нету, поэтому, если что, придется менять. Банкомат, может быть, здесь сколько-то сниму. Попробую сейчас. Пойду наверх, поднимусь, сейчас зайду и это поменяю денежку. Встреча прилета, и вот тут вот есть, можно поменять денежку. Сейчас поменяю. За 20 лев мне дали 230 лир. Сейчас. В общем, на 102, на 100, 102 как раз хватит. Вот, кстати, здесь можно было, наверное, дороже. Ну ладно. Пошла. Опять вниз поехала. Как раз, видите, написано «Хаваисты». Вон там зона прилета. Напротив, если, то там просто лифт на улице. А здесь как раз на минус второй этаж. Поеду. Не хочется ехать на автовокзал. Меня зовут остановка, и я пошла на... вокзал. Кафе вот есть. Сейчас посмотрю, где офисы. Пойду билет брать. Так хорошо... Ехала бы и ехала, поспала бы. Что-то ничего нет. Вот зал такой пустой. Очень непонятно. Алло. Метро вход. А нам надо пройти насквозь. И там будет насквозь пройти. И там будет офисы. Сейчас дойдем. Время, наверное, около где-то 6. Так, вот насквозь идем. Всякой всячины. А, да, насквозь просто проходишь, и вот там уже вот дальше офисы. У нас есть скорости несется. Осторожно надо ходить. Так, вот офис метро. А мне надо не шли. Туалет вот там есть. Что такой огромный автовокзал кругом. Автобус заезжает вот куда-то туда, за этим. И так надо просто сквозь пройти. И здесь вот офис. Я зашла в Нишикли. Они не по карте не продают. Вот. И получается, что за евро, получается, билет у них 35 евро стоит. А 70... У нас на вокзале стоит автобус 55. Поэтому как бы дорого что-то. Вот. И я зашла в офис рядом с
вот в метро и там получается, там метро билет стоит, там можно по карте купить метро, вот в Нишикли по карте не продают, а в метро вот 122 офис метро продают, вот, а в Нишикли нет. Поэтому я купила по карте 840 с чем-то лир. Мне кажется, чуть-чуть дешевле, чем 35 евро. Но там даже не в цене, а в том, что я по карте купила. И как бы это вот. Автобус 9 часов. А в Нишикли, хотя и написано, что 8.30 есть. Но они говорят, нет, только на 9. Что-то путаются они. Вот, на сайте есть на 8.30. Так что вот в этом офисе я купила за карту за 121, 122. А не шикли вот здесь, вот 118, там за карту не продают, только за наличку. Вот, а так вообще все нормально, мама у меня долетела, так что я сейчас куплю себе, наверное, что-нибудь перекусить тепленько и буду ждать 9 часов.